Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск, во-первых, потому что мы находимся на пляже, во-вторых, потому что у нас есть уникальный тренажер, который заменяет штангу, гантели и остальное тренировочное железо. Должен сказать, я всегда о таком мечтал. Итак, вашему вниманию предоставляется суперудобный тренажер для тренинга в любых условиях. Sandbag от фирмы Monka. Sandbag — это мешок, который наполняется песком и имеет вес до 60 кг. Также внутри основного мешка есть дополнительные мешки, маленькие, которые наполняются песком. Их будет вполне достаточно для того, чтобы размяться перед мощной тренировкой. Используя Sandbag, вы сами можете менять вес тренажера, прибавляя мини-мешки. Сегодня у меня будет тренировка всего тела. Я вам покажу, как прокачать любую группу мышц с помощью этого тренажера. Это уникальный тренажер, вы увидите. Поехали! Сначала нужно размяться максимально хорошо, чтобы тренировка прошла максимально эффективно и без травм. Пожалуйте, начнем нашу тренировку с прокачки грудных, чтобы они были большие и классные. Есть два базовых упражнения для ее прокачки. Смотрим. Во-первых, это отжимания с весом, а также жим веса от груди. Мы будем делать суперсеты, чтобы получить максимальную пользу за короткий промежуток времени. Следующим мы будем прокачивать спину. Здесь также есть пара убойных упражнений. Первое – это тяга веса к поясу. Второе – это тяга веса в наклоне поочередно. Сначала одной рукой, потом другой. Теперь у нас идут упражнения на ноги. Самое распространенное и самое крутое упражнение – это приседания с весом. Также не нужно забывать, что есть отличное упражнение, которое называется «Выпады со штангой». Оба этих упражнения прокачивают наши ноги. Следующая мышца на очереди – это бицепсы. На бицепсы мы будем делать обычные подъемы с весом, а потом добивать маленькими внутренними мешочками. Теперь переходим к моей самой ненавистной мышце. Почему ненавистной? Потому что они генетически развиты у меня хуже всего. Это плечи. На плечи мы будем делать базовые упражнения, жим веса стоя, а потом будем добивать махами, используя маленькие мешочки. Ну и последняя на сегодня мышца, которая подлежит прокачке, это трицепсы. Трицепсы мы будем качать отжиманиями, узким хватом с дополнительным весом, а также добивать будем разгибаниями из-за головы. У меня получилась отличная плодотворная тренировка с сэндбэгом. Единственный косяк – это то, что я наступил вон в ту грязь. Видите, вон там следы? Вот это было плохо. Если вам понравилась такая тренировка и вы хотели бы заказать Sandbag, то смело переходите в описание и заказывайте, потому что вы точно не пожалеете. А с вами был Арчо Моррис. Пока!
день.